понедельник в Самарской области будет ясно и без осадков. Днем 0-3, ночью 2-4 ниже 0. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 1-3 метра в секунду. В Сызрани ясное небо, днем нулевая температура, ночью минус 2 градуса. Ветер юго-западного направления 2 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем 0 градусов, ночью минус 3, ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Самаре безоблачно и без осадков, днем минус 1 градус, ночью минус 4, ветер юго-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 77%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.